Так, ребятушки, маленькие мои. Когда играю, редко передаю привет, извиняюсь. Ну, я имею в виду, когда записываю, когда играю, да, бывает. Чё за фигня? Паш, ты где? Мы покажем все. Я знаю, ребята, где находится Z350. В юшке, да, находится, верно же? Там же у нас автосалончик. То ли у меня пальцы большие стали, то ли чё. Стал с ошибками такими тупыми писать. Я тут с читами, да, там, грубо говоря, ни в один поворот не могу войти. Я вот что думаю, надо какой-нибудь розыгрыш замутить, да, ребят? Вот как это было раньше. Чтобы меня кто-нибудь на тачке подогонял, там, то, сё, фау-вау. И свои навыки вождения подтянуть заодно. Потому что, ну, это что-то несерьезно. Давайте ремень пристегнем, Рэм. Погнали. Ой. Скорость. С большой скорости поехал, Ниссан. А чё за прикол? Сука, он заглох! Блять, он не тормозит. Чё за прикол? Вот смотрите, большая скорость. Это баг. Я же не мог сделать пониженную скорость на Ниссане. Ебать, ладно, из неуважения. Всё. Да почему ты опять не едешь? Ниссан не хочет ехать, ребят. Он едет на пятой скорости, разгоняет. Он тупо катится и разгоняется. Я даже не слышу, как мотор работает. Блядь, дайте мне выехать из ДЭСа. Это, во-первых, сезон грибов... Кстати, сезон грибов активно идет. Может не радовать. Все, выезжаем. Вот здесь вот нужно выехать. Все. Фо-фо, вылетаем. Отлично. Мы вылетели. И чё, куда теперь? На стейдж, не. Южный нам не надо. Вот, он не переключает передач. У меня вообще механика или автомат? У меня механика, какого черта? Какого фига, спрашивается? Первый раз такое. Может быть, мне из машины нужно выйти и сесть обратно? Сколько она едет? Давайте замерим скорость. Может, баг какой-то. 250. 260 поедет. Все, я просто скинул. Уж пора поворачивать. 260 по-любому поедет. Даем бочком. Выходим из поворота. Еще бочком. Эх! Ой, зато не шатался. А бампер почему-то сломан все равно. Вот. Это что за баг? С места еле-еле скорость набирает. Все, я понял, ребят. Какой же я тупой. Это, скорее всего, просто потому, что машина загрязнена. И ее надо помыть. Верно? И скоро, наверное, она у меня вообще встанет. Раз такой прикол. Пробег, смотрите, наматывается. Верно, это пробег? Внизу. Я вообще охренею, если это пробег. Просто охренею. Тачка загрязнена. Тачку надо помыть срочно. Ой, база красавица какая. Красивая база! Мне кажется, сейчас, если будет 95%, мы вообще остановимся. Но я не знаю, я просто не доходил до такой точки. Это, видимо, что-то из последнего обновления. Ну, не из прям последнего, я знаю, что загрязнение достаточно давно добавили. Да что ж такое? Вот, блин, как бы я кайфанул, если бы кто-то из подписчиков сделал офигительное видео, как он валит боком, заходит наикрасивейшим образом на этом Sky в повороты. Отвечаю, я бы подарил, ну, давайте 20 миллионов. Нормально будет 20 миллионов? Вот просто снимите видео, залейте его на YouTube, сделайте так, чтобы я его увидел. Все, там Арменчик попросите, еще кого-то, я увижу обязательно. Я дам 20 лямов. Только это видео должно быть вот прям максимально красивое, крутое по монтажу, насыщенное. Много должно быть поворотов, идеально пройденных. И на малых, и на больших скоростях. Мне, во-первых, нужно затонироваться, во-вторых, на мойку срочно надо помыться. Детейлинг центр. Вот она, тонировочка. Свободно. Лобовой центр зоны хватит установить. Вот, кстати, у крузака раньше вот такая была пленка. Вот, еле-еле блеклая. Сколько? 300 тысяч. Ебать. Прикиньте, в реальной жизни столько тонировка бы стоило. Ошалеть. Пожалуйста. Фары можно купить. Фары сразу вижу от кюшки. От новой.
Но более-менее свежий, скажем так. Это тут, наверное, свет, сигнализация, коврики для... Ну, понятно. Совсем ознакомились мы здесь. Что тут? Что здесь у нас есть? За барной стойкой можно посидеть, ребят? Никто не обидится. Кто администратор в этом помещении? Да вы охренели, что ли? Ё-моё, да, починить, отремонтировать. Сейчас я все вот разбежался, ребят. Да пересечемся мы с вами, не переживайте. Братики, не переживайте, сделаем все красиво. Все на высшем уровне встретимся, каждому салам закину. С каждым побраткуюсь, с каждым пообщаюсь. Ожидайте выполнить, да долго еще или нет. Ой, ладненько, пока ждем. Как только сделаем, вернемся. Здорово, брат, нифига себе ты меня выручил, красава, спасибо большое. Нифига себе, а как он узнал? Что я... Здорово, да, братишка. Блин, отпиши, спасибо, я тут уже жду достаточно долго так-то. А как ты узнал то, что надо машину затонировать, если не секрет? Я-то думал, сейчас система меня должна затонировать. Или подождите, или может быть у кого-то заказ типа на работу, на какую-то такую некую подработку прилетает, и он приезжает и тонирует. Да, конечно, брат. Все, тогда жду, не отвлекаю, пока тонируй. И вот это молодчага. Молодчага, парень. Бенч. Ха-ха. Хорош. Так, ну чё? Вот это уже похоже на автомобиль. Ну, закончим, мы покинули гараж. Все окей. Так, паренька ждем. Я обещал. Вот он. Красавчик выходит. Я вот что думаю, ё-моё, пока есть возможность, пока есть варик. Ну-ка, дай-ка Антону. Позвони, Антоха. Сейчас мы Антохе позвоним, сейчас мы порешаем, ребятушки. Сейчас будет видно. Потому что, блин, ну реально нужны черные катосы Sky. Белые не то. Или белые, ну белые вообще тоже нормально смотрятся. Ну. Алле, братишка, что делаешь, здорово? Еще раз. Привет, да, я вот дома. Дома ага. Ничего не делать. Я просто что думаю, это самое. Сейчас же акция идет в этом Юрагуме. Шины покрасить, диски точнее. Там машину можно вообще с утра оставить и вечером забрать, они покрасят. Только там заранее звонить нужно. Я вот просто что думаю, может со Sky снять диски, отвезти им, пускай красят? А? Ну, да, можно. Просто, блин, можно. Видишь, тут на резину я попадаю. Ну, я думаю, это ничего страшного. Да, я... Sky резину, пусть они снимают, я нахуй сразу выкидывают, там пизда. Это и понятно, да. Не по размеру стоит. Я ж поэтому и говорю, что я на резину попадаю, я думаю, она не космос денег будет стоить. Купим простенькую какую-нибудь, нам хватит, да? Да, да простенькую, конечно. Может быть, даже БУшку. Найти. Давай. Может, ты приедешь тогда, что, может, снимем? Давай, я отвезу как-нибудь. Давай, все, жду. Давай, давай. Ребят, вот и пожалуйста, благодаря Хаслу, благодаря Радмиру, мы сейчас имеем полноценный пример того, что я убедился в игре. Да, вот глядя на этот тонированный Sky, который такой же, как и в жизни у меня, только у меня, правда, оранжевые поворотнички. Вот, убедился, что черные катосы намного красивее смотрится, чем белый. Но правда в игре я не видел, как смотрится белый. Просто я в жизни знаю, видел. И точно теперь уже понял, когда вот поиграл здесь. Точно уже теперь понял, что, блин, надо срочно перекрашивать. И, наверное, даже не чисто в черный, а какой-нибудь такой серый графит. Мощный, красивый. Будет очень-очень мощно, очень красиво. Так что такие пирожки, ребят. А, что еще хотел? Хотел вообще на Z-ке покататься, но, наверное, думаю, чуть-чуть попозже мы это дело оставим. Сейчас Антоха будем снимать колеса. Ребят, напоминаю вам, что я играю на 4 и на 12 сервере. Не забывайте вводить муник при регистрации на 4 сервере Паша Пэлс. Очень вам, ребята, благодарен. Огромное спасибо за то, что вводите его. Хорошие бонусы мне залетают. Он уже сколько денег накопил. Ну и на 12-м, ребятушки, очень нужна ваша поддержка. Очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, залетите. Прокачайте своего персонажа до 4 уровня. Во-первых, что вам это даст? Вам это даст то, что я там сейчас буду делать свою банду. Вы по-любому, если залетите туда играть, будете играть вместе со мной. Будете по-любому в банде. Но, естественно, вам нужен хороший левел. Как минимум 4-й. Заодно и себя прокачаете, и сами денег получите. Ну и я тоже за вас получу свои реферальные. На 12-м, ребята, у меня ник Паша Пэлл. Без Пэлс. Все, ребятушки, всем огромное спасибо. Салют, увидимся. Обязательно встретимся, поговорим, пообщаемся, передадим привет.
сейчас резкое включение. Увидите, охренеете. Маски Крика, да? Фу, да. Я думаю, вы поняли, кто это. Едем дальше. Пока наблюдаем за развитием событий.